Добрий вечір, шановні телеглядачі. Сьогодні в гостях у нас голова громадської організації «Зелений лист» Владислав Балінський та керівник громадської організації «Спільна мета» Володимир Савченко. Вітаю вас, шановні гості. Добрий. Але перед початком нашої бесіди я хочу нагадати телеглядачам, що ми традиційно проводимо інтерактивне опитування, і сьогодні хотілося б дізнатися вашу думку ось з якого питання. Яке насильство було визначальним під час суботніх подій в міському саду? Три варіанти відповіді ми маємо. Якщо ви обираєте перший – насильство корупціонерів мерії до одеситів, дзвоніть за телефоном номер 728-0170. Якщо обираєте другий варіант – насильство правоохоронців до протестуючих, дзвоніть за телефоном номер 728-0171. І якщо обираєте третій варіант – насильство активістів до правоохоронців, дзвоніть за телефоном номер 728-0172. Крім того, якщо у вас виникнуть питання до наших гостей, телефонуйте до прямого ефіру за телефоном номер 728-7207. Я пропоную почати нашу бесіду, шановні гості, з перегляду сюжету, якраз про події, суботні події в міському саду. Добре? Добре. Да. Добре. І, будь ласка, увагу на екран. Минувшую субботу, 18 ноября, к полудню в горсаду стали собираться одесситы. Всех их объединяла одна цель и одно единственное желание – защитить летний театр от предполагаемой застройки. Они что с ним сделали? Убили его до конца, чтобы сделать для себя какое-то, построить то, что будет стоить потом больших денег. Сказать, что мне стыдно, что я живу в таком городе чудовому. І при таких чорних воротах невже наше руководство не бачить цього? Спеціально робить це все для того, щоб довести його до нівця і продати цей кусочок землі, який і построїти те, що їм вигодно. То, що відбувається в нашому місті, особливо з уничтоженням зелені і будівництво очередної дуриловки, це категорично проти цього, розумієте? Тому що то, що відбувається з нашою мерією, то, що відбувається з цим Козловським, з цією Поповською Юрді, з цим Трухановим, совершенно безсмисленна структура. Зачем уничтожать в городе зелень и ставить очередную вышку, бессмысленную. Накануне мэрия по полной программе подготовилась к предстоящей акции. Но первонаперво камерами видеонаблюдения были завешены все деревья по периметру. Кроме того, железные ворота, которыми был заперт сам летний театр, были предусмотрительно замазаны солидолом. Активисты потребовали от представителя компании, собственника помещения театра и по совместительству арендатора земли открыть запертые ворота, чтобы дать доступ на территорию летнего театра обычным людям. Есть земельный участок, который расположен под летним садом площадью 0,39 гектара, выдан в аренду на 49 лет. Вот, уже в аренду. Подождите, если мы говорим о строениях, которые находятся на территории, да, то это частная собственность. А земельный участок – это в любом случае земля. Подождите. Что значит ждать? Мы не будем 49 лет ждать, вы понимаете это? Стоп, секундочку. Хотите посмотреть, что находится? Мы хотим открыть вот эти ворота, все. Нет, вот ворота вы не откроете. При этом ничего вразумительного представитель компании собственника сообщить присутствующим так и не смог. Но согласитесь, вряд ли кого в нашем городе могут обмануть обещание застройщика, не поганить своими грязными руками очередную одесскую достопримечательность. Тем более, что ничто собираются строить, никакой высотности будет этот самый развлекательный комплекс. Представитель компании так и не рассказал. Может, он будет просто одноэтажный? Может, он будет просто, там будет сцена, предположим, да? Со зрительным залом. При этом ГАСК разрешил помогать. Да? Мне наплевать, что разрешил ГАСК. Да. Простите, пожалуйста, а зачем солидолом намазали ворота? Для того, чтобы не ржавели. Ну что тут скажешь, плевать на решение ГАСКа. Ворота намазали солидолом, чтобы те не ржавели. Есть ли предел этому цинизму? То, что происходит с горсадом, это делает одна и та же группа людей. Одна и та же группа людей украла у города Аркадию.
ее изуродовала. Одна и та же группа людей украла привоз у нас. Одна и та же группа людей украла Старосельную. И сейчас, по факту, одна и та же группа людей украла у нас уже документально, в правовом смысле, они уже украли у нас Горсад. Уже приняты соответствующие решения сессии и отдано. Аффилированность Трухановым компании, подчеркиваю, отдано это в аренду на 49 лет под строительство торгово-развлекательного центра. Якобы они утверждают, что они ничего не будут строить. Отлично. Но на данный момент есть дозвол на вырубку деревьев и есть дозвол на строительство. Раз они ничего не собираются строить, логично требовать отмены этих дозволов. И на этом мы закроем вопрос. То есть этот летний театр, как неотъемлемая часть горсада, должна быть приведена в порядок и открыта быть для горожан. Мы здесь собрались для того, чтобы историческая ценность города, летний театр, который является частью городского театра, который является историческим наследием, который был подарен городу Феликсом Дерибасом, был возвращен в собственность города. Пока активисты выступали на импровизированном митинге, один из молодых людей забрался на дерево и сорвал установленные там камеры наблюдения. Здесь произошла первая стычка активистов с полицией. Последний ход был пущен слезоточивый газ. Дальше активисты потребовали, чтобы были открыты ворота летнего театра. И, о чудо, одна из створок была наконец приоткрыта. Впрочем, центральные ворота так и оставались заперты изнутри, даже, нет, не заперты, заварены. Чтобы их открыть для всех людей, активистам пришлось применить ломы, и, наконец, все три секции ворот были открыты. После этого на долгое время закрытую от общественности украденную громадой территорию стали заходить самые обычные люди. Мы уже много раз слышали от Геннадия Леонидовича «твердое нет». Предлагаю, чтобы здесь постоянно был проход, следить, чтобы его не заваривали, не закрывали. Я предлагаю сегодня все ворота снять и унести Геннадию Леонидовичу под нос на Думскую площадь. А здесь надо восстанавливать парк. Здесь был парк, и он здесь должен быть. Ворота аккуратно сняли с петель и сложили у входа в летний театр. Казалось, все позади. Но здесь началось самое интересное. Полиция, которая до того просто занимала оборонительное положение, стала буквально давить на пытавшихся выйти из летнего театра активистов и даже вжимать их обратно. Вы уже будете достаточно. Идите, свяжите, подождите сначала. Вас вы пособники бандитов. Брошенный кем-то камень угодил в голову главного полицейского Одессы. На замедленном видео, опубликованном нашей коллегой с канала 1+1 Сергеем Осадчуком, видно, что булыжник летел со стороны, где находилась сама полиция. После провокации полиция перешла в наступление. Очень скоро к слезоточивому газу добавились и шумовые гранаты. Видно, как гранаты взрываются прямо под ногами ничем не вооруженных людей. Дальше больше. В ход пошли дубинки и даже черенки от сломанных лопат, которыми полицейские принялись избивать активистов. Мы охраняем публичный порядок тут. Они петарды, гранаты кидают. И ворота ломают. То есть я виноват. Да, вы молодец. Я вас поздравляю. До того, как вы пришли, все было в порядке. В ходе столкновения пострадали общественные активисты. Досталось и Олегу Михайлику, попытавшемуся остановить провокацию. В благодарность за этого один из них, с которого лицо было закрыто бафом, взял и брызнул мне прямо с расстояния там, 5 сантиметров газовым баллончиком в лицо. То есть полиция была настроена на то, чтобы эти провокации не только не состоялись, они были настроены на то, чтобы эти провокации состоялись в максимально жесткой форме. Есть все основания заявлять, что полиция выступает в лице крыши мафии, которая захватывает Одессу, незаконными, конкретно галантерник. Почему? Потому что у него есть лобби, очень серьезно, у него есть лобби Труханов, который, используя подкуп, используя физическое давление, используя различные коррупционные рычаги, в том числе на суд, на органы власти и так далее, полностью подминает под себя всю городскую инфраструктуру, все открытые тендеры,
все общественные территории. Тем временем участники акции приняли решение идти к Одесской мэрии. Туда же принесли снятые гурсатовские ворота, которые под одобрительные крики присутствующих были водружены прямо у входа в мэрию. Ну а что, пусть теперь наши мэрские господа скажут, что активисты украли общественности ценный металл. Туда же на Думскую стали подходить обычные горожане. Впрочем, большинство из них сильно сомневались, что главный руководитель насилия над Одессой, господин Труханов, и в этот раз их услышит. Ему абсолютно все равно, абсолютно все равно. Он дышит не этим воздухом, не одесским воздухом. Он дышит воздухом теневых кабинетов, договоров каких-то среди решал. Вот это его атмосфера. Забирается то, что нам дорого безмерно с нашего детства. Этот сад, это Аркадий. Мы только вот сейчас идем и говорим о том, что вот эти пальмы дивные, которые просто в нашем воображении. Мы ходили туда на наши концерты. Это место, где одесситы должны и гости города. Все, кто любит Одессу, должны приходить и отдыхать. У нас уже просто не осталось площадок. Никаких. Ничего. У меня просто в голове не укладывается. Просто взять вот тупо спилить, потому что кому-то нужно очередная высотка, очередные бабло в карман. Ну сколько можно? Сколько можно чтобы построить здесь? А тем временем самом Гурсаду, вернее, наставшим открытым после спустя стольких лет летнем театре гуляли самые простые горожане, фотографировали, сделали селфи и даже играли на пианино. А еще собирали подписи в защиту достопримечательности. Около 1500, даже немножко больше. Хотим добить до 2000. Народ очень активно подтягивается. Мы действуем в правовом ключе, подготавливаем все документы для того, чтобы обратиться и к президенту, и к Верховной Раде, каждому отдельному депутату пошлем запрос. И, конечно, прокуратура, генеральная прокуратура областная и наша городская прокуратура все получат документы, которые мы сегодня собрали. Одесситы требуют от городских властей отменить договор аренды на землю, а также признать летний театр частью городского сада, то есть памятником архитектуры и садово-паркового искусства. Впрочем, зная нашу ненасытную городскую власть и аппетиты тех, кто за ней стоит, нет сомнений, что продолжение этой истории следует. И своих попыток застроить последний островок исторического центра эти мэрские господа вряд ли оставят. Ось такі події проходили в суботу в міському саду. Ви були присутні на цій акції. Як, на вашу думку, вона проходила? І як ви вважаєте, як діяли представники поліції і як діяли активісти? І хто і навіщо спровокував цю ситуацію на зіткнення? Ви знаєте, ну, взагалі складно сказати, але однозначно... Потому что очень много людей собралось. Однозначно необходимо говорить о том, что эта ситуация накалялась в городе, накалялась достаточно долго. И в данном случае мы действительно показываем, объясняем людям о существующих проблемах. И не всегда мы чувствуем ну, такую отдачу, потому что никто, скажем так, ну, скажем, да, люди высаживали, выходили деревья на Французский бульвар, но уже, к примеру, когда проходила застройка санатория «Магнолии», мы почувствовали, что у нас просто не хватит силы бороться с этой застройкой. Но здесь мы увидели отдачу, мы поняли, что действительно люди нас поддерживают. Ну, на самом деле это уже на грани уже логики, потому что это ценнейшая территория Одессы, эти территории принадлежат всем одесситам. И поэтому мы просто... поясняли людям, да, мы были организаторами данного мероприятия, мы поясняли людям, мы со своей стороны, как организаторы, уведомили в законный способ органы правопорядка, естественно, и мы ждали, что будут как-то с нами взаимодействовать, потому что очень большое количество людей заявили участие, но как-то оно не происходило. Может быть, еще на том этапе необходимо было предупредить, поскольку это не наша задача. Наша задача, мы же не призывали людей к насилию, да, у нас были абсолютно мирные, так сказать, планы и цели. Что касается
Іншими словами, ви попередили представників поліції про цю акцію і... Конечно. То есть мы были впевнені, що вони будуть захищати Конечно, потому что проведение таких мероприятий, оно является конституционным правом, и более того, оно необходимо для обсуждение ряда вопросов, поскольку мы видим, что эти вопросы не обсуждаются и нет возможности их обсуждать с депутатами, поскольку у нас депутатский корпус – это клуб по интересам, и часть из этих депутатов, большая часть, обслуживает интересы бизнес-структуры, в частности, структуры господина Галантерника. Поэтому, понятно, люди, не реализовав свои требования, да, свои права, они выходят вот на такие собрания. Поэтому с этой точки зрения я считаю, что со стороны полиции не была проведена в достаточной мере работы. А что касается самого мероприятия, то здесь его необходимо рассматривать, я имею в виду с точки зрения фактически тех провокаций, да, которые произошли, не только с точки зрения провокаторов, но и с точки зрения эффективности и деятельности полиции. Поскольку, честно говоря, в стране, в которой вот уже фактически 4 года, да, идет война, такие действия нельзя считать нормальными. Я считаю, что полиция и действия отдельных работников полиции неудовлетворительные, весьма неудовлетворительные. И необходимо ставить вопрос по привлечению и этих работников, поскольку есть пострадавшие граждане. І то есть в этом ключе необходимо рассматривать. Ну, наскільки мені відомо, ви теж постраждали на цій акції. Да, я теж пострадав, і я не считаю это что-то таким, хотя я журналіст, так же как и вы, и у меня в руках была камера, но посудите сами, неужели я с камерой похож на бойовика, да? То есть я представляю, что точно так же под дубинку могли попасть и, в общем-то, граждане, которые находились на этом митинге. И теперь мне сложно будет, допустим, объяснить людям, да, что эти акции безопасны. Хотя, с другой стороны, полиция заявляет о 20 пострадавших. То есть, вот такой вот диссонанс. Сбоку, да, как будто полиции. Бы, конечно, полиция. Сбоку полиции, да. Хотя это... Зрозуміло. Володимир, вы как вважаете, как проходило? Те ж саме питання. На відсотків 70 акція проходила мирно. Тобто, люди відкрили ворота, там, власник не захотів відкрити, пройшлось там силовим методом. Чи є в цьому правопорушення? Давати оцінку не можу, бо тут грає дуже багато факторів. Фактор там права власності, законне чи незаконне відчуження. Ну, в самому першу чергу, це норм моралі. В тому, що люди відстоювали свої інтереси до цієї території. Фактор оцих 20%, чому було стички, був визваним, я так думаю, що це третьою стороною, яка призвела до цього акцію. Тобто, я знаю, що всі друзі, які мої були, знайомі, товариші, вони, як правило, коли відкрили ворота, почали фоткати, дивитися, почали думати, отут, як, багато людей згадувало, що тут було старшого покоління. І тут зненацька почалась збійка. Звідки вона почалась? Ну, я, наприклад, без детального, це детально не розбирав і сказати не можу. Ну, звідки, що було епіцентром цього? Ну, я думаю, що це була провокація третьої сторони. Для чого вона була відома? Чи дискредитувати активістів, показати, що які вони радикальні, да, що їх треба витягнути звідти? Не виключено. Тобто, я думаю, що третя сторона спровоцирувала, я думаю, тільки час покаже, з якою метою це було зроблено. Скоріше за все, для картинки. Побачимо. До речі, сьогодні мер Одеси Геннадій Труханов на апаратній нараді звинуватив вас, не лише вас, всіх активістів, які приймали участь в цій акції, в маніпуляціях. І сказав, і пообіцяв, що в літньому театрі нічого одіозного, це його слова, будувати не будуть. От як ви вважаєте, чи можна вірити словам мера? Ну, то не... Начнемо по хронології.
так як ми займалися цим театром в 2015-16 році, вже була з ними розмова двічі, і це було зафіксовано на камери в соцмережах, викладено, що він обіцяв, що літній театр приведе в порядок. Тоді ж це була, не було договір оренди. Ми це піднімали тему в 2015-16 році. Тобі ж потім раптово в вересні 2016 року я приходжу на, як громадянин України, приходжу на сесію міської ради, і пункт там, якщо не помиляюсь, 6.12.4, рішення міської ради 3.0.333 дають компанії Селінг в оренду цю територію. Тобі ж, в мене зразу з'явилось ненормальне обурення цього, що як це так, ви нам казали, що ви допоможете нам вернути все комунальну власність, ви максимально для цього все зробите, прилічете в юрдепартамент і проче. І тут, оп, типу, він же там лояльний до цієї компанії. Тобто це було велике обурення, я його все ж таки прийшлось там скандалами, силою прорватися, взяти коментарі. Він сказав, що це виключно для того, щоб ця територія знаходиться в будівля знаходиться в приватній власності, і місто має получати гроші з цієї землі, на яких знаходиться, тому що і тому дали в оренду. Це якоби во благо одеського, ну, бюджету міста. Mm-hmm. Хоча питання дивне, що 10 років не давали попередньому власнику цю територію. Тому цей фактор не понятний. То, що він зараз сказав, що там не буде строїти, ну от тут оцінку тяжко дати. Бо звичайним протоком резонансу він має стати на сторону людей. Ну, розуміло, чи не так. Було, от закінчу, да. Чи не було ця фраза, що активісти вели себе радикально, да? Маніпулювали? Маніпулювали. Тобто, може, це третя сторона, яка і спровоцила цю драку, спеціально підлаштувала під цю репліку мера. Тобто, ну, все сходиться. Якби не було цієї бійки, якби не сказали, то було б дуже ідеально дипломатичний протест, тобто зразковий. Оця бійка, от, на неї я посилався. Зрозуміло. Влад, перепрошую, є дзвонок від телеглядачів. Пропоную поспілкуватися з одеситами, а потім вечір. Дам можливість відповісти на моє питання. Вітаю. Алло. Вас. Да, ми слухаємо та вас. Я в ефірі. Так, добрий вечір. Добрий вечір ще раз. Значить, в цій акції говорить нечего. Конечно, это безусловно для Одессы такое количество людей это просто прелесть. Теперь у меня к вам две просьбы. Первая просьба такого порядка. Я, например, не знал, я бы был бы там точно. Перед тем, такие вот акции, как на выборы, пришлите активистов, чтобы ходили по квартирам, перезывали людей, выйдет больше народу. Это первая просьба. Теперь вторая просьба к Балецкому. Как вы, давая заявку на это мероприятие, не могли предвидеть вот этих тетушек и эту полицию? Вы прекрасно знаете, что это за люди, кого они крышуют. Вы же знаете это. Так что перед такой акцией, безусловно, вы должны предусмотреть. Пойти к прокурору, его заставить, чтобы он посмотрел, что там люди делают. Угу. Зрозуміло. Спасибо. Дякую. Дякую за ваше питання. Ну, по черзі, як зручніше, будь ласка. Ну, дійсно, по поводу оповіщення, ми все-таки полагаємося, оскільки у нас ресурс ограничен, ми ж не депутати, і це в свободне від роботи час займаємося. Тому ми призиваємо, в основному, використовує соцсети. И, ну, конечно, может быть, и журналисты шли нам навстречу, необходимо было объявить заранее через и вот ваш канал, через вот, и мы это учтем. Что касается того, что мы знали или не знали, ну, вы понимаете, в чем дело? Дело в том, что здесь и ошибки были со стороны полиции. Я вообще не понимаю, зачем там было такое количество полиции. Ну, ведь не было необходимости. Тем более, что когда... То есть в данном случае, когда действует громада единым целым, когда люди, скажем, вдохновлены тем, что они собрались,
Ну, только лишь в данном случае такие поведения со стороны полиции и спровоцировали эти конфликты. И здесь конфликты и с третьей стороны, потому что эти провокации бы просто не были бы возможны, если бы не были вот эти вот ошибки. Вот. И проблема, это не проблема, это для Одессы проблема. На самом деле в стране, во многих, скажем так, больших городах, миллионниках, это не является вообще проблемой. Там просто все быстрее протекает, там есть взаимодействие между полицией и громадой. И эти все вещи, они решаются как бы естественным путем, сами собой. Это первое. Второе, конечно, при такой коррупционной среде, когда фактически идет борьба за владение, ну, нашим с вами ресурсом, да, за самым ценным ресурсом, естественно, что есть проплаченные титушки, и, конечно же, такое скопление людей, оно может быть таким образом использовано. Здесь всего не учтешь. Но в данном случае мы рассчитывали непосредственно на действия полиции по организации порядка. Тем более, что там территория-то со всех сторон ограждена. Но там глупо было представить, что кто-то там на людей нападет со спины. Там, ну, вот оно, все на виду. Ну, до речі, щодо провокаторів і радикалів. Якщо ви знаєте, сьогодні депутати Одеської і міської, і обласної рад з фракції «Довіряй ділам» звернулися до прокурора Одеської області Олега Жученка з проханням вжити заходів щодо ситуації, яка сталася в суботу, 18 листопада, в міському саду. Вони кажуть, що якісь радикали перетворили мирну акцію в погром. От хто ці радикали і як взагалі ви прокоментуєте прохання депутатів від «Довіряй ділам»? Ну, я прокомментирую их очень просто. На сегодняшний день опубликованы документы о том, что Геннадий Леонидович является гражданином России, ну, Российской Федерации. То есть фактически занимая такую должность, потому что на сегодняшний день все-таки мэр – это достаточно сильная фигура. Он может работать в интересах государства, которое является агрессором по отношению к Украине. Поэтому, естественно, фракция подконтрольная Геннадию Леонидовичу. Все проявления, любые проявления, проявления национальные, я имею в виду, воспринимают как праворадикальные. На самом деле, это ненависть ко всему украинскому, и здесь очевидно... Ну, крім того, він має ж допуск до державних таємниць. Конечно, да. И именно поэтому я хочу сказать, что, вероятно, господин Брендак забыл, что это не он в 2014 году не допустил фактически здесь русской весны. Да? Хоть как Геннадий Леонидович и не гордится тем, что он участвовал в переговорах с лагерем на Куликовом поле. Но на самом деле его роль была весьма скромная. Он просто передал деньги. И это именно эти ребята не допустили прихода сюда русской весны. И это не эти ребята явились провокаторами в данном случае, а, вероятно, те, кто это делал на деньги и господина Брендака, и, может быть, других представителей данной фракции. Угу. Володимир, як ви прокоментуєте прохання чи звернення депутатів від «Довіряй ділам»? До прокуратури? До прокуратури, так. Ну, треба встановлювати особи, які були, ну, створили цю от провокацію, маєте на увазі. Я скажу також, що я от щодо камер цікавився, чи такою цілею поставили ці камери. Мені прокоментували так, що ці камери поставили для того, що якщо буде провокація, що зробити аналіз. Тому я думаю, що в дальнішому, подальшому треба брати у коментар у Національної поліції, чи було знято ці провокатори, хто вони встановити. Щодо команд, які організації, які виступали в силовому блокі на цій акції, скажемо також, що коли почалася ця провокація, я особисто бачив, як
більшість цих силових груп підняли руку і кажуть, ребят, не провоцируйте, відходьте назад. Тобто було. Там буквально 5 осіб, ну, оце спровоцировало. Mm. Тобто тут буквально кидаєш 2 шумові гранати, 2 взрив-пакета, і вже, здається, таке ж там чуть там не там війна починається. Mm-hmm. Тобто це була провокація. І тому оці от камери, вони мають і дати оцінку в плані, хто це був провокатор. Коли буде проведена професійне дослідження цієї події, встановлені особи, тоді можна сказати, хто ці особи. Тобто, я думаю, що на громадських активістів в нашому там, Службі безпеки, в поліції є повне всі дані. Так. Да, тому я думаю, що можна дати оцінку. Стосовно того, чи правильно зробила довіряй діла, ну, опять же, просто, щоб вони самі себе вони макнули в своє ж. Тому що, ну, я думаю, що явно не з тих організацій силових, які прийшли підтримати цю мирну акцію, в пріоритеті було зробити оце шоу. Тобто, хто на це посилається, то, як правило, знаєте, на... На варяшапка горіть, так. То можна чисто логічно тако судити, типу. Я не знаю, але тут треба професійну оцінку. Тому добре, зрозуміло. Є ще телефонний дзвінок. Пропоную поспілкуватися з телеглядачами. Вітаю вас. Да, алло, добрий вечір. Добрий вечір. Ви знаєте, от із всього того, що відбувається, ми можемо зробити тільки один вивод. В принципі, не то, що один вивод. Ситуація всім видна абсолютно, що на президенті Порошенко все без ЗСА. Мне кажется, что Труханов, он вынужден делать то, что ему говорит администрация президента. Мне кажется, он вообще фигура слабовольная и вообще ничего не может решить. Галантерник – это конкретно креатура президента. Это конкретно смотрящий за городом. Значит, нам нужно, наверное, или как-то выходить под обладминистрацию, и уже чтобы Одесса требовала импичмента президента перед обладминистрацией, чтобы Степанов... друг об этом сказал президенту, чтобы это уже являлось как бы самым главным. Потому что локальные акции, они хороши, вам за это поклон. Но мне кажется, что Одесса должна поднимать движение «Одесса против президента». То есть Одесса и импичмент президента. Это, наверное, самое главное, что может быть. Спасибо. Дякую, зрозуміло. Як вам така версія, чи такий варіант развития подій? Ну, я не знаю, насколько, мне кажется, это достаточно громкие заявления, потому что, ну, Галантерник – это представитель бизнеса, каким образом он может быть связан непосредственно с президентом, ну, мне это неизвестно, по крайней мере. Вот. Тем более наша организация экологическая и, ну, только при поддержке одесситов мы можем бороться с проявлением городских вот таких вот воровства на уровне города. Поднимать такие вопросы на уровне государства, ну, мы, вероятно, не в состоянии. Хотя, что касается экологической безопасности, каких-то экологических инициатив, мы действительно участвуем и вносим какие-то изменения в существующее законодательство через депутатов Верховной Рады. Поэтому, ну, я не можу нічого сказати. Добре. Ще одне питання щодо слів депутатів. Вони пов'язані з попереднім моїм питанням. Річ в тому, що ці депутати стверджують, що через такі акції одесити відчувають себе в небезпеці. А в чому питання? А до цієї акції, ну, ви всі, ми всі відчували себе в небезпеці чи як? Особливо, якщо згадати от, напади на громадських діячів, їхнє побиття, постійні погрози і таке інше. От ви особисто вважаєте себе в небезпеці? Ну, вы знаете, надо сказать нет, конечно. Если говорить о представителе данном, да, то я имею в виду господине Галантернике. У него есть и в том числе военизированные структуры, уж которые точно не являются, скажем, не представителями власти и не простыми ребятами, которые вот так вот с голыми руками идут и защищают общественные территории. Да, это люди, которые абсолютно официально имеют там разрешение на оружие и так далее. Действуют они совсем другими методами. Это показало, когда часть улицы огородили в Аркадии, да, когда там транспорту невозможно было, люди не могли проехать своим домам. Там вот это противостояние четко показало вообще, ну, о какой безопасности и небезопасности одесситов может идти речь в данном случае. А что касается мирных акций, ну, есть полиция, с которой в том числе мы взаимодействуем, и мы
Да, есть ошибки, определенные ошибки, но они должны исправляться. И уж никак не здоровьем и так далее одесситов. Этого не будет. Поэтому все опасения людей, можете быть уверены, после работы над ошибками полиция будет действовать более эффективно и без таких явных боков. Угу. Ви як вважаєте, Володимир, ви як відчуваєте себе в небезпеці чи навпаки? Дивлячись, в якому моменті. Якщо акція йде, наприклад, там не зачіпає інтереси якоїсь там певної особи, там бізнесу чи там політичного впливу, тобто вони, як правило, проходять безпечно і я відчуваю себе в безпеці. Коли йдуть одіозні акції і йде хаос, і йдуть треті сторони, враховуючи те, що зараз дійсно там йдуть бойові дії, і є така інформація, всі кажуть, що там дуже багато ходить цих зброї, то не факт, що там може, наприклад, один з моїх пакетів бути там осколочна граната і дійсно там капітально ранити або вбити деяких людей. Тобто ми цього фактора не знаємо. І ми не знаємо, яку оцінку хочуть зробити провокатори. Може, там взагалі не хочуть, щоб сталася якась така подія, щоб іменно, наприклад, от по літньому театру. У мене було, коли ці були взриви, була така в голові, що якби, не дай Бог, прилетіла б настояща граната і от кобахтли, то би всі люди просто віце, мало то, що не би самі вибіжили, так їх би ще й витиснули поліцаї. Тобто, слава Богу, що не було таких резонансних радикальних дій. Тому, в принципі, відчуваю себе безпечно, але бувають різні моменти. Тобто, да. Понимаете, что большие скопления людей, они есть в городе, и тут зависит не от, скажем так, как написал господин Брендак, да, праворадикальных молодчиков, или как он их обозвал. Потому что я не видел еще, чтобы, к примеру, на Дерибасовской или где-то так, просто люди гуляют, да, и они пострадали от каких-то вот праворадикалов, которых пугают, которыми пугают все одесситов. Этого нет. Поэтому здесь... Вы задавали вопрос, имея в виду давление на общественников, и естественно, что общественники в этом городе при такой городской власти не могут себя чувствовать в безопасности, и более того, журналисты не могут себя чувствовать в безопасности, потому что мы видели, как даже муниципальная охрана, да, не имея на то вообще никаких законных полномочий, оказывает и физическое давление и так далее. Это просто люди, которые могут это делать. Могут физически, я имею в виду. Что касается работы полиции, в целом работы полиции, я считаю, что она достаточно эффективная. И у меня нет претензий к руководителю конкретно, да, сейчас. То есть я считаю, что при том, что в стране война, много оружия, в целом работу полиции можно описать как достаточно эффективную. Поэтому, нечего бояться людям. Угу. Будемо на це сподіватися. Дякую вам за бесіду. Часу обмаль. Мені залишається лише підбити підсумки інтерактиву. Дякую. На все добре. Дякую. Нагадаю вам, що ми сьогодні питали у вас, яке насильство було визначальним під час суботніх подій у міському саду. Три варіанти ми мали, і 57% телеглядачів вважають, що насильство корупціонерів мерії до одеситів. 24% вважають, що насильство правоохоронців до протестуючих, і 19% вважає, що насильство активістів до правоохоронців. Дякую вам за голосування і за ваші телефонні дзвінки. Наша програма надійшла кінця. На все добре.